Пропусти, пожалуйста. Братья и сестры, заходим. Заходим. Трапезную для духовной пищи. Не спешите, успеете сделать свои дела. Ну что, все, да? Надо свет, наверное, не включать. На свет, что ли, вылетают все? Вот еще один готов прорваться. Да? Выходи. Царю небесный, утешителю души сыны, и живи здесь, и все исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очисти мы от всяких скверны, и спаси, блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, прибудь с нами. Господи, сохрани нас в истине Твоей, чтобы мы были истинными дочерями и сынами Твоими, не только по названию, но и по делам. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Подходили ко Христу. Идут, 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 парами идут. Думаю, ну как народу-то много. Хотел сказать, спасибо, Христос, братья и сестры, что вы так не леностно посещаете храм, несмотря на то, что батюшки нет, Игнатия Тихоновича нету, Игоря Дыбунова нету, а вот приходите, и все. А сюда вот заходит, вот уже нету, половина, наверное, нету. Сразу смыть и за дверь. Время-то еще у нас. Десятый. Даже четверти, десятого нету. Ну. Куда летим-то, куда спешим? Чтобы мы не ушли пустыми после богослужения. Давайте вспомним сегодняшнюю проповедь, которую читал брат Севастьян. Я на Крымсанского была проповедь. Да. О чем была проповедь? Какие слова для вас, вот что они оставили, какой след эти слова Иоанна Кронштадтского в вашей душе? Завоевал мир, а душу свою достал. Что? Завоевал мир. Кто? Плоть наша. Да.
А душу свою нет, душу свою не спас. Это вот касается. Что пользы? Поближе к тексту нужно. Что пользы, если ты приобрел весь мир, а душе своей поменял? Это вот все хватает. Так, ну вот запомнила, да. Что надо хватать побольше, да? Да. А душу свою. Да? Да я-то не хватаю чего. Это все хватает, коррупция эта. Миллион ворует, ворует. Душа-то где? Можно хватать не только миллионы, а вот хватать чего-то такого, мирского. Самое такое. Так, ну еще у кого какие? Что? Какая-то... Что-то... Или вообще не услышали проповеди, что ли? Еще можно по первой проповеди. Там было сказано, что... Отойди от меня, Господи, я человек грешный. Вот это вот место. Вот. Но мне это кажется, что для нас-то конкретно надо сказать, наоборот, войди ты, Господи, в меня, очисти меня изнутри. Потому что я человек грешный. А вот это вот как бы немножко смущает вот этот текст. Он как бы не для нас, он по тексту просто идет. Но для нас-то как бы немножко по-другому, лучше, чтобы звучало. Я вот это запомнила. Вы говорите, что вам запомнилось? Вот это запомнила. Ну я пока говорю о проповеди той, которую говорил брат Севастьян. Она Кронштадтского проповедь. Давайте мы пока по ней поговорим. Что из этой проповеди запомнилось? Она была последней проповедью, и я думаю, что она больше запомнилась, потому что последняя была. Ну, вообще не услышали ничего, что ли? О чем была проповедь-то? Ну вот Любовь Петровна сказала, что запомнила такую фразу. Если ты приобрел весь мир, а душе свою победил, что пользы тебе, человек? Еще что? Не затронула проповедь. Такая проповедь, Иоанна Кронштадтского, не затронула ни одной струны души вашей. Плохо слушаем, спим. Брат, сильно жарко натопил ты. Зевают все. Зевают все. Быть такого не может. Да. Зевают и расслабились, и ничего не слышат. Надо, чтобы вот прохладно было, да? Так что ли? Ну вот нам человеком не угодишь. Холодно, плохо. Жарко, плохо. Ну да и не жарко уж сегодня. Просто тепло, нормально. Спаси Христос, брат, тебя. Ну, можно это вот. Там сказано про что мы полностью состоим-то все из страстей наших. Отвергни себя, возьми свой крест. И неси. Следуй за мной. Следуй за мной. То есть самое-то суть в том, чтобы очиститься нам от того вот ветхого человека, который нас прорастает постоянно. Правильно, Надежда. Я хочу вам сказать, что для меня из этой проповеди были ключевыми словами то, что мы свыклись со своими грехами. Очень свыклись с ними. И еще, знаете что, вот как часто других мы обвиняем в том, чем сами более повинны. Вот в другом мы увидим то, что вот как бы вот, а уж себя-то мы не видим. Свои грехи мы не можем заметить, не видим, потому что с ними мы сроднились, они стали нашими членами, нашей жизнью, нашей плотью, нашим дыханием. И вот самое главное, что мы при этом не хотим себя признать больными, грешными. Вот другой грешный, а я-то нет. Если о каком-то грехе речь идет, то к себе мы его не применяем. Потому что мы столько лет ходим уже, больше 20 лет ходим, слушаем, каждый раз одно и то же, одно и то же. Да мы уж теперь святые должны быть. А однако он нет. Вот самая главная победа врага нашего, рода человеческого, и моего врага, и вашего врага, в том, чтобы убедить нас, что мы уже хорошие, что в нас-то этого уже нет, что мы не грешные. И придет алкоголик лечиться к врачу, если он не признает себя больным? Нет, не придет. Так и мы не приходим к Богу со своими грехами. И правильно митрополит Корнилий написал, что он подобно
апостолу Петру, мы должны знать, что если вот, как только сказала сестра, что мы состоим из грехов всех, так как он может зайти к нам? Если он зайдет к нам, там же была следующая фраза о том, что он сразу нас осудит. Вот что страшно-то. Да не он осудит, а мы осудим, поймем, как ему. Да. Да мы подвергнемся суду сразу. Поэтому прежде чем призвать его, мы должны себя очистить, покаяться, принести покаянную молитву, как тот мытарь, бия себя в грудь. Я недостоин называться сыном твоим, дочерью твоей. И когда это покаяние будет, тогда мы можем призвать его в молитвах. Войди под кров моей души и очисти меня. Потому что это только милость Господня, только милость Его сохраняет нас, когда мы призываем Его, будучи недостойными. И как бы мы ни старались, мы до конца не можем быть достойными. И это всегда нужно осознавать. Вот, например, мы рассуждали на одном из занятий о лицемерии. Вот в других мы лицемерие, а вот кто считает себя нелицемером? Кто не лицемерит, а? Кто не грешен в этом грехе? Руки подняты. Нет что таких. Есть лицемерие? Что есть лицемерие? Вот сейчас мы посмотрим, что такое лицемерие. Лицемерие и фарисейство оказывается одно и то же. Я вчера смотрел. Фарисейство и лицемерие. Лицемерие. Лицемерить. Лицемер. Лесть. Льстить. Льстец. Лицемерным считается такое поведение человека, при котором слова и поступки не соответствуют внутренним убеждениям. Ну, то есть, если я считаю, что человек достоин этой похвалы, и высказываю ему эту похвалу, то это не есть лицемерие. Конечно, нет. Это твое убеждение, ты соответствуешь, ты действуешь своим, а соответственно своим убеждением. Ты не лицемеришь. Еще раз читаю. Лицемерным считается такое поведение человека, при котором слова и поступки не соответствуют внутренним убеждениям. Лицемерие может выражаться в отдельных, вполне осознанных действиях, но может быть и привычным состоянием, неосознаваемым, что особенно пагубно для нас. Одно из проявлений лицемерия – лесть. Да что кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. В синодальном переводе лицемерие и производными от него словами переданы различные еврейские слова, обозначающие гладкую льстивую речь. Псалом 5, 10 стих. Ибо нет в устах их истины, в сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. И Псалом 11, 3. Ложь, говорит каждый своему ближнему, уста льстивы, говорят от сердца притворного. 11, 4. Истребит Господь все уста льстивый, язык велеречивый. И безбожное мировоззрение. При этом не всегда подразумевается намерение ввести кого-либо в заблуждение. Греческое слово «гипокритес» прежде всего имеет значение «актер», то есть подразумевает человека, носящего маску и играющего определенную роль. Лицемер – это человек, который льстит другому, чтобы получить выгоду или навредить ближнему. Притча 29-23. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Так что, значит, что это говорит? Это нужно обличать. И он найдет после большую приязнь. А что такое приязнь? То есть расположение. Большее расположение, если ты говоришь истину. А если будешь льстить языком, то как неприязнь как раз вызовешь. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. 29.5. Притча. Матфея 22.18. Но Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете меня, лицемеры? Петр проявил лицемерие, когда из боязни перед людьми встал на сторону закона, которого в действительности уже не признавал. Галатам 2.13. Лестью пред Богом названо в Псалме 77, стихе 36. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его.
и погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу и вспоминали, что Бог их прибежище и Бог Всевышний. О ком речь-то? Об израильтянах. Избавитель их, и льстили ему устами своими, языком своим лгали пред ним. Сердце же их было неправо пред ним, и они были неверны, и они не были верны завету его. Но он милостивый, прощал грех, и не истреблял их, многократно прощал гнев свой, и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. И следующая молитва, которая не исходит из глубины сердца, в Новом Завете лицемерными названы фарисеи и книжники. То есть, если не исходит из глубины сердца молитва, то она и есть что? Фарисейство. Лукавство. Лицемерие. Лицемерие. В Новом Завете лицемерными названы фарисеи и книжники. У многих из них первоначальное рвение в служении Господу сменилось привычкой и стало лишь внешним выражением благочестия. Своей напускной набожностью они вводили в заблуждение не только окружающих, но, что самое главное, и самих себя. Матфея 6:22-5:16. Итак, когда творишь милость, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Под благочестивой внешностью скрывается лицемерие, дух, направленный против Бога. Итак, лицемерие есть дух, направленный против Бога. Матфея 23:13. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину цмяты, аниса и тмины, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, верблюда поглощающие. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисеи слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что подавляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. В этом состоит опасность набожности, превратившейся в привычку, когда стирается граница между мнимым и истинным благочестием. Как бы нам этого не хотелось иметь, да? Чтобы не было это просто привычкой. Человек, который довольствуется лишь внешней религиозностью, подлежит Божьему суду. Человек, который довольствуется лишь внешней, наружной религиозностью, подлежит Божьему суду. Матфея 15:7. Лицемеры хорошо пророчествовали о вас, Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить вчера ученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Вот какое слово. Это что? Лука 12:11. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Так что, когда лицемерит человек, он и фарисействует одновременно. А что, кто такие фарисеи? А фарисеи – это иудеи, иудейская религиозная и политическая партия. Единственная из еврейских партий и групп, сохранившаяся и после падения Иерусалима. Именно поэтому в основе современного иудаизма лежат преимущественно фарисейские традиции. Слово «фарисей», вероятно, означает «обособленные» и подразумевает группу людей, на которых, в отличие от саддукеев, не оказали заметного влияния чужеродные эллинистические и рационалистические идеи.
Фарисеи строго следили за соблюдением закона. Партия фарисеев сформировалась, по-видимому, незадолго до эпохи Маковеев. Вначале Маковеи входили в партию фарисеев и опирались на нее, но позднее покинули эту партию и даже подвергли ее членов гонениям. Во времена Иисуса политические вожди еврейского народа, большая часть высокопоставленного священства и Синедриона, принадлежали к проэллинистическим настроенным саддукеям, но духовными вождями народа оставались фарисеи. Не будучи в большинстве своем священниками, они были тем не менее благочестивыми и правоверными людьми, всей душой стремившимися исполнять закон, как Божью волю. Например, Филиппийцам 3.5. Они признавали существование добрых и злых духов, жизнь после смерти и телесное воскресение. Это отражено в Деянии 23.8. В этом отношении Иисус не находил в их учении ничего предосудительного. Но в то же время Он предостерегал от слепого подражания им. Матфея 16.11, только что прочитано. Поскольку фарисеи полагались на собственную праведность, а не на Господа. Иеремия 31.33. Фарисеи ограничивали себя внешним исполнением закона, стараясь в то же время укрепить закон новыми правилами и предписаниями, регулирующими его исполнение. На самом же деле, они все более удалялись от истинной Божьей воли. Следствием этого было неосознанное, а потому особенно опасное лицемерие и самолюбование. Частично фарисейские предписания по исполнению закона были открыто направлены на то, чтобы обойти закон. Например, во время поездки в субботу на осле на седло клали мехи с водой, потому что закон разрешал в субботу преодолевать по воде больше, чем по суше расстояние. Они уже по воде как будто плывут. Рундуки под себя подложили с водой, и все, они уже на воде, на коне. Так что... Тот, кто истинно верует в Бога, он стремится исполнять закон. А кто не верует истинно, тот находит причины и повод, как бы обойти этот закон. И что становится тем же самым фарисеем, лицемером. Но главной заповеди любви к Богу, к ближним фарисеям не уделяли достойного внимания. Или распространяли ее только на фарисеев. Фарисеи были убеждены в том, что они единственно подлинные дети Авраама и сыны Божии. Истинные ученики Моисея, люди духовно зрячие. Это ложное убеждение делало их надменными, властолюбивыми и даже доводило до богохульства, когда они оказывались свидетелями очевидного, но невыгодного для них действия Святого Духа. Вспомните притчу о мытаре и фарисее, как он говорил. Благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как этот мытарь. Я-то исполняю все, что предписано мне. И даю десятину из аниса и мяты, и со всего. Они ревностно поддерживали свой престиж. Своим чрезмерным миссионерским усердием фарисеи преграждали путь в Царство Небесное тем, кто действительно искал Бога, и вели обращенного ими язычника к верной духовной смерти. Матфея 23.15. Поэтому Иисус называет их сынами дьявола. Чтобы понять всю остроту разногласия Иисуса с фарисеями, благочестивыми людьми его времени, нужно помнить, что его упреки полностью относились и к таким уважаемым, почтенным людям, как Никодим и Гамалиил даже. Потому что они в этой же партии состояли. Как все сложно в мире, как нужно постоянно следить за собой, чтобы нам не впасть в фарисейство, в лицемерие, да отвратит нас Господь от этих грехов и даст нам видеть в нас, в самих себе, эти грехи, чтобы их искоренять, а не искать их в других. Аминь. Ну, что еще? Что еще мы сегодня для себя вынесем из нашего общения? То, какую жертву принес благоугодную Богу в общении с ближними.
Остается только пожелать, что нет моего сына с нами здесь. Помолитесь о нем, чтобы Господь его спас, чтобы он не ушел в мир окончательно, потому что мир прелюбодейный, он затягивает молодых своими кажущимися прелестями, которые суетные, временные и быстро приходящие. Чтобы это не затмило вечное, неистощимое, блаженное состояние, которое нам даровал Господь на кресте Голгофском, своей крестной смертью, своей чистой кровью, своими страданиями. А самое главное, что вот это все мирское, это так призрачно. И оно будет продолжаться, когда он будет 3,5 года находиться. Это призрачное все. Поэтому будет он даже... Поэтому, когда он будет все делать, как Христос, все делать, все чудеса, то они такие же призрачные. Сейчас гоняются, вот молодежь особенно, которая возвращается, приезжает, они идут, и это им все красиво, но это призрачно. И это прямо глаза затмевает, и они не видят ничего. Поэтому детей так трудно убедить, что это призрачно. И что они называют, что вот вы верующие, вы фанатики, вот все, самое большое, что и такое деликатное, самая лучшая характеристика, это мы фанатики. А все остальное, то лучше и не говорить вслух. Это даже слух будет, вернется все уши. Поэтому всем молодым, вот всем, знать, что это призрачно, это призраки, а оно как будет, как дым растворяться. Поэтому молодые... Закрыли двери, чтобы не слышать, правильно. Сюда надо уже. Все. Да, вот таких молодых сюда, они там взросленькие уже есть, такие молодые. И слышать не хотят. А вот главное это что, опять же, как часто других... Так жалко прямо. Братья и сестры, как часто других мы обвиняем в том, чем сами более повинны. Вот эти молодые, в том числе и сын мой, говорит, ты фанат. Да, ну я фанат, да. Ну вот фанат-то может быть разным, а они-то тоже фанаты. Они фанаты своих кумиров. Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, да кого угодно. Они фанаты, и они себя называют фанатами. Они фанаты футбольных команд, они фанаты чего угодно. Тоже фанатизм, только со знаком минус. А может быть, он со знаком плюс. Так что, если называют тебя фанатом, это совсем даже не значит, что это плохо. Нужно разобраться, в какую сторону, с каким знаком твой фанатизм. В какую сторону он тебя вверх тянет или вниз. Можно? Да. Я просто расскажу его. В четверг посещаю Александра Ивановна Чернявского. Мы с ней читали Паисия Святогорица. И был такой святой, практически нашего времена. Он недавно умер. Ну, да, он есть, потому что его учение очень здорово. У него там такие вещи объясняются. Да, и вот он, мы с ней читали и наткнулись на такую тему. Вопрос задается ему. Что делать, если ваши дети не принимают учение Христова и уходят из дома? Это протест, потому что это как бы мир больше нравится. Вот. И он там объясняет и говорит так, что не волнуйтесь и не переживайте, и главное не паникуйте. Там написано так, что, значит, если вы с детства воспитывали ребенка в христианской вере, если вы им показали любовь Божию, объясняли все это как должно, вот, то будьте уверены, даже если ушел ваш ребенок, в дурную даже компанию он ушел. Вот. Но вот это то, что вы в него заложили уже, вот, он это помнит, он помнит эту любовь. Он помнит к нему добрые отношения. И он обязательно, как только войдет в возраст, начнет рассуждать, он сравнит вот этот мир лживый и подлый. И он обязательно вернется. Если, конечно, он совсем уже не, как говорится, неисправимый негодяй.
что? Если в нем есть что-то человеческое, он обязательно вернется, потому что он будет сравнивать. Да. Мне кажется, это его вот сугубый. Он на горе, наверное, как святогорец, он один и жил, и детей не имел. Это вот как замазывание глаз. У него выком как прелесть. Как, молодец. Прости меня, Господи. Молодец. Обольщение. Молодец. Да. Аминь. Да. А вот у меня еще, я прочитала в календаре, у меня такое я взяла. И вот Иоанн Златоуст пишет о том, что если родители, ну там много о детях, воспитании и все, не привели, говорит, к Христу своего ребенка, а не детоубийство. Я как прочитал, мне мороз пошел. Детоубийство. Это правильно, потому что одно дело, когда ты человека убил, а когда ты душу погубил, это другой вопрос уже. Ты душу погубил, если ты не занимался своими детьми, их не привел ко Христу. Другое дело, что мы привели, правильно говорит вот теперь Алевтина, сестра наша, мы привели их к источнику. Хотят они пить? Пусть пьют. Они хотят, не заставишь их пить насильно. Это другой вопрос. Насильно, да, не заставишь. Но то, что сейчас мы услышали слова святогорца, пусть он святой или какой, я признаю его, нашу церковь святым, я признаю его тоже святым. Но слова его совершенно неправы. Извините, подожди, я не закончил. Угу. Тебе слово дано было. Угу. Еще дам слово. Поэтому все, думаю, соглашаются с тем, что только что сказала сестра Елена. Можно сказать? Нет, нельзя, подожди. Кто тебе толкает? Терпения никакого. Потому что то, что расходится со Святым Писанием, апостол Павел говорит, если я или кто из ангелов будет проповедовать вам, из ангелов будет вам проповедовать не то, что мы говорили вам, благовествовали, да будет анафема. Кому бы это ни было, кто бы это ни говорил. Если это расходится с делом, как можно не беспокоиться? Как я могу не беспокоиться? Ты призываешь меня не беспокоиться о моем сыне, о его спасении. Вот я, да, я много усилий привел, но это не означает, что я их закончил. До всей смерти я должен беспокоиться об этом, потому что я буду просить вас молиться о нем, и сам буду бесконечно молиться. Я сегодня много раз просыпался ночью, молился о нем. А ты меня призываешь не говорить. Подожди, помолчи. Помолчи, Надя, а все. Вот это, Виктор Андреевич, а я вот еще хочу, не знаю, может, я не права. А вот не только родители, а у нас вот крестят. Крестная мать, она же еще выше, чем и родитель. Но я вот не вижу среди крестных матерей, чтобы они, ну, как-то подошли, там, поговорили, все. Ребенок вот нету этой, кто нам шла-то. Убегает у нас. Ольга. Оля. Да, Оля. Угу. Она там. Вот к ней прям вот льстится эта вот девочка-то. Она как-то это. Я потом это спросила, тебе крестная поздравила, вот, ну, пошла ты в школу, первый раз, все-таки поговорила она там или что. Нет, не говорила. Ну как-то нам надо тоже насчет этого спросить у крестных, как они относятся к своим. Покрестить-то это так, может, я не права. А как в дальнейшем, это мать, это мать, а крестная это еще и крестная. Но это установление церкви, оно, конечно, не приложено, так оно должно быть, потому что считается, что крестные родители. Крестные родители, конечно, они даже важнее считаются, важнее по духовной линии, важнее, чем родители плотские. Потому что они должны заниматься, это их обязанность заниматься духовным воспитанием, духовным возвращением, взращиванием детей. Помогать родителям. Помогать родителям, конечно. Другое дело, что не всегда это возможно. Вот я как могу повлиять на Павла, если отец совершенно изолировал его, не только от меня, но и от матери почти изолировал его. А он мой крестник. Я молюсь о нем, ну что я могу сделать? Увы, я... Еще у кого есть какие? Я не досказала, можно досказать? Говори. Я не сказала самое главное, извините меня, простите ради Христа. Святогорец говорит то, что если дети в доме видели любовь, ласковое, доброе отношение к себе и не наказывали с раздражением детей, нельзя наказывать с раздражением детей. Да, чтобы они не видели злобы нашей, чтобы злобы вообще не было, то встретив злобу там, в миру, они будут сравнивать доброе отношение вот с той самой злобой, которую в миру царствует. Ну, я полагаю, что, Надежда, ты находишься в обольщении словами этого святогорца. Потому что Святое Писание учит нас не только
любить, но и наказывать. Не жалей рот для детей. Да, без раздражения. Даже ребра. Вот это вот твое раздражение, любовь, ласкательство, оно уже, знаешь, вот, вот оскомину набило. Это не мое. Что это твое, именно только твое. Свой взгляд. Можно я не буду вставать? Братья, сестры, я хочу сказать, что... Простите, я не буду вставать. Хочу сказать, что возвращается, говорит. Не возвращается. Не возвращаются. Написано. У меня 50 лет я видела, кто ушли, были близкие в общине, кто ушли, не возвращаются. Я выросла, они не возвращаются. Если приходят какие-то ошметки, то с какой-то целью. Или в Германию уехать надо было. Или что? Не возвращаются они. Никто не возвращается. Они остаются там, на этой помойке. И если даже Бог дает покаяние, то где-то уже предсмертное. Покаялся, и уже жить-то Бог не дал жизни ему, и помер, и то, слава Богу. Это была я, очевидец. Так это слава Богу. Да, поэтому для меня самая главная молитва какая? Господи, не дай мне уйти из этой жизни без покаяния. Самое главное, чтобы я искренне, чисто, сердечно покаялся в моих грехах. Чтобы, это было? Чтобы хотя бы эта минута или какое время необходимо для того, чтобы это совершилось, чтобы Господь увидел мое искреннее раскаяние. Это Бог сотворил с моими родителями, с моей матерью, с моим отцом. Бог дал покаяние, но жизни больше не дал. Жизни больше не дал. Ну, надеемся, что вечную жизнь дал теперь, если покаяние было искренним. Жизни на земле больше не дал. А что вот возвращаются, не возвращаются. Почти за исключением некоторых. Ну, это некоторые. Ну, какие-то единицы все равно возвращаются. Даже в Евангелии написано. Всем злейшим. Если вы ваше это пусто, то приходит тот, которого вы выгнали, и туда поселяется не только он один, а он приводит еще 7 злейших. Да. И Господь, видя его такую пустоту, которую он, и говорит, я не горячий, не холоден, а это вообще пустой, то он дает падение такое, и такие пути оставляет на этих путях. И поэтому оттуда не возвращаются. Написано же в Евангелии это. Нет пути. Пока он сам. Что, они сейчас все будут, пьют, ну еще. Курят. Кто хочет порассуждать на эти темы? Клюква. К тебе. К твоей. Да. Я не порассуждаю. Я в Москву улетаю. Меня не будет 3 недели. Если у кого-то сердце расположено, прошу. Вот, да? Ангел хранит. Ангел хранит. За любишь ухаживать. Ага. Ну, еще молиться, естественно, нужно о путешествующих патриархе Акиме и сестре Валентине Тихоновне, которые вместе поехали в путешествие. Она уже должна разрешить. Ну, тем не менее, она еще не вернулась, она еще... И во вторник наша мама к нам едет. Так что молитесь о путешествующих. Ты когда улетаешь? И сегодня, сейчас помолитесь, тоже это возвращаются, потеряются ребятишки. Терентий, Мария, Лиза и Никита. И Веня. И Веня. Угу. Молитесь, они в городе, им, конечно, очень тяжело. Сейчас. И здесь свет яркий горит. Да, ну вот еще хочу вас попросить о брате Сергее Козлове из Воронежа, который, он мне писал по скайпу, что у него был очень сильный сердечный приступ. Говорит, не инфаркт ли у меня, но я отписался ему, ответа нет, уже несколько дней ответа нет. Хотя я после этого разговаривал с его мамой, мама говорила, что у него было очень высокое давление, он не спал 1,5 суток, работал. Поэтому он работает вот просто на износ. Будучи в таком состоянии, испытывая такие боли, он еще работает вот под ну, а батюшка на износ. Вот. Ну и батюшка вот с отцом Иоанном, как они обещали, 12 числа они как бы должны быть там. Вот, как крещение. Вот так что, ну, я не помню, рассказывал или не рассказывал вам. Если рассказывал, значит, вы остановите меня. Брат Сергий мне поведал такое, а я это рассказывал на занятиях, но кто не был на занятии, тем расскажу. Значит, среди деяний брата Сергия такое совершилось чудо. Когда отец его еще был жив, уже вот в последние дни, приехали к нему его друзья по гаражам, собутыльники.
пивко вместе пили там, курили там. Ну и они попрощаться как бы, и попроведать его, приехали к нему. Ну и побыли там сколько времени у отца, Георгия, и зашли к Сереже тоже поприветствовать его, попрощаться. Ну а Сережа тут колебался, то ли сказать, то ли не сказать им о Боге. Ну и потом думает, да скажу, потому что уже я их, наверное, и не увижу больше. Ну и несколько слов превратились в полтора часа проповеди. И один из них был наиболее, от других несло там перегаром, а один из них, который был за рулем, он был более трезвым. Вот. И Юрий его, то есть Георгий по имени, да. И вот он как бы особенно проникся словами, которые произносил брат Сергий. И когда они стояли с понурыми головами, слушали его, а потом вышли, и матери это сказали Татьяне Ильиничне: ну, Сергей нас наставил на путь истинный, научил жизни. И в эту ночь этому Юрию явился ангел, обличил его и сказал, что он должен идти проповедовать. И на следующий день утром встал и пошел он проповедовать своим бывшим собутыльникам. Представляете? Так что вот, ну, особенно... А как ангел явился? Во сне. Во сне явился. Нет, ну я понимаю, он ему что-то говорит же. Ну, говорил. Ангельское говорит. Да. Так что вот такое чудо, да, вот да, позволил Господь ему испытать, этому брату Сергию, что... Так что нужно молиться, чтобы Господь его еще больше укрепил, потому что искушений, они у него не малые, а может быть еще и больше, чем наши искушения. Особенно у мамы, потому что мама, ну, она больше мирская, вот, чем вот она сейчас в отчаянии находится, потеряла вот она кормильца, потеряла плечо правое, что называется, которое всегда было рядом, на кого можно было положиться во всех делах житейских, мирских. Конечно, это трудно, это сложно. Но чтобы без отчаяния это приняла она вот это. Ну, пока она настолько отчаялась, что она моченая также, ну, что называется. Не погружена только всех покрестить. Да. Ну вот так, что вот так. Теперь знаем, о чем молиться. Продолжаем еще. Еще раз напомните, мама лежит. Татьяна. Мама Татьяна, этот обратившийся Георгий Юрьев. Георгий. Ну и брат Сергий, так что молитесь о нем, чтобы Господь ему его сподобил, если, может быть, и маму тоже. Я уже писал там, что можно найти емкости, купить и все, но он мне пишет, да уж она такая, что она едва ходит, что теперь в два раза стала еще хуже физически себя ощущать после потери отца, мужа. То есть. Так, ну вот так что она не может залезть ни в бочку, никуда, это уже куда там. Ну, одним словом, вот так. Но Господь, а Бог, только остается сказать, а Бог. Все, Господь усмотрит и поставит на свои места. Ну и помолитесь еще, пожалуйста, о Наталье. Лежит в больнице, глаз она как-то нечаянно ткнула. Наталья, которая... Как фамилия-то ее? Войченко. Наталья Войченко, которая монахиня из Коробейникова. Там мы были, когда проповедью, да. Она там еще и, видимо, как Татьяна Кузьминична предполагает, что ну, не позволяла нам войти туда. Я не знаю, я это не могу утверждать. Она была. Предполагает, да. Но потому что там больше некому было быть, вроде как. Ну, одним словом, вот так Господь сделал, что мы оказали ей милости, Татьяна Кузьминична оказывает милости, молитесь о ней. А это Наталья, которая служила вместе с отцом Иоакимом еще в Омске, по-моему, рассказывала. Да, так что она на клиросе была, ездила с ним в путешествиях с отцом Иоакимом, и он просил меня... На проповеди на север они ездили, на проповеди очень близки были. Да. Очень. Вот, так что она в 11-й палате? В 11-й палате, глазное отделение, 5-й этаж, краевая больница. Кто расположен, можете навести ее. Еще какие просьбы, пожелания? Ну что, еще у нас
как всегда, трапеза, такая вот пища. Духовная. А потом, опять же, духовные занятия будут. Если все, то заканчиваем собрание и переходим к следующему номеру нашей программы. Трапеза телесная. Достойно есть около истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сомнения Серафим, без искрения Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Еще раз минутку остановлю ваше внимание на событиях мирового значения. Знаете, что наши воздушные силы бомбят в Сирии. В Сирии бомбят как бы точно места, где расположены штабы и командующие государства ИГИЛ, исламского государства ИГИЛ, которые ведут террористические действия по всему миру. Еще один из наших актеров, переметнувшийся на их сторону, призывает к проведению массовых террористических актов на территории России. Не названы там. Один погиб. Да. ИГИЛ, это как расшифровать? Один погиб актер. Исламское государство. Да. Так что вот молиться есть о чем. И это очень близко. Они уже близко с границей с Таджикистаном. Поэтому это уже почти у нас. А мы могут ответить. Да. До нашей границы сказали расположение, как от Москвы до Ленинграда. Вот такое расстояние. Это 4 часа из них. Да, ну все. Вставайте на занятия. Не ИГИЛ, а подпишись. Скажи.